Так, быстренько пройдемся по картам, посмотрим, что у нас обновляется. Deep State. 28.05. Сегодня как раз 28. Посмотрим, перемотаем назад, что у нас. Ноль на массу. Ничего у нас. Все по-старому, да? Под Волчанском что? Ну, последнее, что это чуть-чуть да, с правого фланга отбили наши контролируемую рашистами территорию продолжают лупасить по харькову да ну это просто затыку вялого гнома он завидует Сенькивка. а тут синькиуху берут второй тоже скоро третий год будет да? Уменьшилась территория, серая Ну, россияне Они на алкоголь падки Синьки у, у них Видать в столице хотят сделать Вялый гном по Харькову бьет Потому что он же сам С питерской подворотни Правильно А Питер это первая столица В России Правда же, так же называют В России первая столица это Питер а в Украине первая столица – это Харьков. И вот видать вялому гному Лили, Лили Путину досадно, что Харьковская Харьков, как первая столица, на 50 лет старше, чем Санкт-Петербург. Досадно, правда. Ну, как еще объяснить эту шизоидную тягу? Уничтожать эпицентры в Харькове, центральные парки в Харькове. Тут ноль. Так. Где здесь? Тут обновление еще. Вчера вечером было. Ну то же самое, что было то осталось. Никаких изменений. Так, теперь карту пожаров открываем. Это у нас. Севен давай посмотрим, что сегодня сегодняшний день. Что-то не показывает. Давай 20. А надо обновлять что-то глючит. Так. Что у нас сейчас? Ничего у нас сейчас. Да, один день не показывает. Ну да, она, по-моему, с 3 часов ночи, то есть в 0 часов обновляется. А у нас U... UTS плюс 3 как раз, то есть 20 минут всего изменения. За 20 минут ничего не произошло. Давай посмотрим за день. За день. Что у нас тут в Керчи что-то? Ничего, все ближе к мосту. Что-то происходит, да? За 24 часа. Ну, уже, кстати, сколько по липсам прилетает, столько и по расистским позициям. Что не может не радовать. Здесь по-прежнему берут волчанс, да? Какой сегодня? 20. Восьмое. Это девятнадцатый день. <связать> О, а вот это вот новенькие дела. То есть у нас уже на той стороне начинается. Ответку получают россияне. Приятно видеть. Ну, давай посмотрим за семь дней. Очаги пожаров. На Волчанске очень активно, да? Вот. Работину вот обрабатывают, орехов обрабатывают россияне. А здесь мы обрабатываем оккупированный берег Днепра. Крымки. Вот так, если в большом масштабе посмотреть, видно, что давление на Восточном и на Крым. Ну, Харьков, что скажешь? Я же говорю, наверное, этот лишевый лилипут. Досадует, что Харьков основан в 1654 году, а Санкт-Петербург в 1703. И вот он и лютует. Не понимаю, что это такое на четвертом роддоме за... Да? Ну, искренне надеюсь, что они хотя бы до этого не опустятся, чтобы по роддомам бить. Ладошки, посмотрим, что будет дальше. Все будет Украина, не переймайтесь.